Это влог о том, как не состоялись съемки одного фильма. Вот мой продюсер Валерия Головкин. А сегодня с самого утра мы состоим в переписке с множеством петербургских библиотек, ни одна из которых пока не дала нам разрешения на проведение съемок. Тем временем, первый съемочный день запланирован на 20 января, что уже через 5 дней. Какое сегодня число? 9 февраля. Двигаемся от Института кино и телевидения, от нашей альма-матер, потому что только что мы отдали письмо на подпись ректору. Письмо от нашего ректора, ректору СППГУ. Для того, чтобы нам согласовали локацию. Ну, в общем, все предыдущие 11 локаций нам отказали. 12-я нас согласилась, но им нужно письмо от нашего ректора. Будем надеяться, что ректор подпишет. А потом еще будем надеяться. Следующий этап надежды. Предлагаю влог назвать. Этапы надежды. Вот. И ректор СППГУ. Он должен будет это дело согласовать. И если это произойдет, у нас будет кино. Итак, СППГУ нам отказал. Спустя 2 недели. Куда едете? Мы едем в Ораниен. В Шлиссенбург. В Ломоносов. Вот мы в Ломоносове, как бы пошли на второй круг поиска локации, немножко снизили свои запросы и ожидания, вот, и, так сказать, рассматриваем варианты другого интерьера. Что вот скажет на это наш продюсер? Ломоносове неплохо. Ну, мы как бы надеемся, что следующее наше включение будет, когда у нас уже будет локация. И будет дождь, да.